Заходит мужик в бар, за ним идет страус и мокрая кошка. Знаешь анекдот? Нет. Не знаешь? В общем, за ним идет страус и мокрая кошка. Мужик садится за барную стойку, заказывает, значит, себе выпить один, второй стакан виски. Кошке заказывает молока, страусу заказывает зерен. Там все, они поели, поклевали. Мужик сидит, 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 значит, еще выпил. Потом в конце своего визита говорит бармену, сколько с меня. Бармен называет цену. Мужик лезет в карман, без счета достает деньги, кладет. И ровно та сумма, которую назвал бармен. Бармен так немножко подофигенул, но ну, ладно, всякое бывает. Мужик уходит, за ним уходит страус и мокрая кошка. На следующий день картина повторяется. Приходит тот же мужик, за ним идет тот же самый страус, та же самая мокрая кошка. Они опять садятся, та же картина, он заказывает уже там другие какие-то порции выпить, там тоже молока, тоже зерен, все, поклевали, попили молока, значит. Выпил раз, выпил два, выпил три. Говорит, сколько с меня? Бармен, естественно, называет другую сумму, потому что там все были другие напитки. Мужик достает из кармана, кладет, значит, опять без счета, и ровно та сумма, которую называет бармен. Бармен уже немножко так думает, то ли лыжи не едут, то ли я ненормальный. Значит, так проходит 3-4 дня, в итоге бармен набирается смелости и говорит, слушай, мужик, вот я вот давно хотел тебя спросить, а что вот это вот за фигня? Он говорит, да понимаешь, я поймал серебряную рыбку. Она отличается от золотой тем, что у нее не три желания, а два. Он говорит, и? Он говорит, и я загадал, чтобы у меня всегда были деньги на выпивку, и чтобы за мной всегда ходила длинноногая цыпа с мокрой киской.